Чем ты их кормишь? Чем кормлю? Зерном, конечно. А ты дай им риса. О! Рабьяджили! Рабьяджили! Что вы меня подсунули, я вас спрашиваю? Розочка, в чем дело? Что за хайп? Мой Ицик, вернее твой Ицик, меня, вернее тебя, не подвел? А какие у него куры? Это ж просто бройлеры. Рабьяджили, ну при чем тут его куры? У меня уже все сроки вышли! Рабьяджили! Розочка, ну в конце концов, почему ко мне с этим вопросом? Ну я же Шаткин, а не акушерка! Ну, Рэбе! Ну, Рабьяджили! Ну, Рабьяджили! Хорошо, хорошо! Только из одного уважения к твоей бабе Тойбе из Умани я дам тебе один хороший еврейский совет. Рэбе, у меня до вас очень важный вопрос. Давай, Додик. А почему Кугель называется Кугелем? Додик, что за вопрос? Нормальный вопрос. Имею же право знать, почему Кугель называется Кугелем? Додик, твой вопрос тупой. Не, Ребеша, мой вопрос очень острый. И я, как ваш ученик, имею право знать, почему Кугель называется Кугелем. Ну, Додик, ну это же элементарно. Кугель имеет форму Кугеля. Кугель сладкий, как кугель. Кугель пышный, как кугель. В конце концов, кугель имеет вкус кугеля. Ну, так почему же кугелю не называться кугелем? Зачем вообще? Водой! А ты дай им молока. Молока. Куры, куры, свежие куры. Мужчина, купите куру. Не хотите? 5 минут назад еще бегали. Девушка, курочка, посмотрите, какая. Куры, куры, свежие куры. Где? 5 минут назад еще бегали. Куры, куры, свежие куры. Куры. Мужчина, куры, куры, свежие куры. 5 минут назад еще бегали куры, куры, свежие куры. Не пойти ли мне на базар и не купить ли мне куру на шабас? Куры, куры, свежие куры. 5 минут назад. Почем ваша кура? 5 рублей. Ну а если за 4? 5 рублей. Ну а если все-таки за 4? Никаких если. 5 рублей. Хорошо, хорошо. Возьмите 5. Надо было сразу сказать 7 рублей. Куры, куры, свежие куры. Гусиным жиром. А-а-а!
ну? Ну, ну, всегда падает на свой вниз. Донь, это я тебе потом расскажу. Ты мне лучше скажи, что мы еще имеем с густом? Жир. Рабочий термин. Ну, а еще что? Жир! Рабочий! А вот на чем ты спишь? На сундуке, рэп учитель. А что у тебя под головой? Клопы, рэп учитель. А что у тебя еще в подушке, кроме клопов? Пух! Пух, рэп учитель! Пух, пух! Так что мы еще имеем с гуски? Жир, рэп учитель! Тому дано, а кому нет, тому нет.